Высокий забор, запертая дверь и темные окна. Именно так сегодня выглядит двухэтажный коттедж с мансардой на улице Молодежная. Судебные разбирательства, длившиеся практически 2 года, закончились передачей особняка в собственность банка и выселением жильцов. Должнику выставлялись требования об исполнении данного решения в добровольном порядке, но должник уклонялся от исполнения по необъективным причинам. Вследствие чего было принято решение об принудительном исполнении данного решения суда. Изымать имущество судебным приставам пришлось в отсутствии бывшей хозяйки коттеджа. Сначала женщина не отвечала на звонки, потом обещала приехать, но так и не появилась. Все вещи были описаны, упакованы и отправлены на хранение. Мы связались с бывшей владелицей дома и даже договорились о встрече. Давайте так, я с вами встречусь, мы с вами поговорим по телефону, зачем разговаривать? Завтра я вам позвоню в первой половине с утра, я вам позвоню, и мы увидимся. Но на следующий день ранее согласившаяся дать комментарий женщина пропала. В назначенное время ее телефон не отвечал. По информации службы судебных приставов, долг бывшей хозяйки коттеджа составляет более 4,5 миллионов рублей. В ближайшее время особняк будет выставлен на продажу с аукциона. Александр Сафиуллин, Виталий Немов. Наше время.